Вначале в Икею или по магазинам? Давай в Икею сначала. Короче, мы вначале пойдем в Икею, потом по магазинчикам. Здрасте. Я в Икее хочу посмотреть органайзер для джинс. Я не знаю, найду ли я там, что я подставила и придумала. Но я надеюсь, что все получится. А почему в Ашане смотрит так задвинуто? В Ашане. В Ашане, вон, видишь? Жалюзи задвинуты. Сколько ходили туда? В Меге прям весна-весна. Смотрите, убрали уже все елочки, ставили дерево сакуру в разных цветах. Да, весна. Здесь ярмарка такая, продают разные мягкие игрушки. О, уточка фан-фан. Или как ее там правильно называют. Решили вначале сходить на улицу. Там какая-то новая локация появилась. Мы все пытаемся дойти до нее и всегда проходим мимо. Зашли сейчас в магазинчик такой. И здесь все корейское, китайское, не знаю. Вот так вот называется магазин. Или японское. Короче, такой магазинчик у нас такого поблизости нет. Здесь и косметика разная, и игрушки, и кружки, чашки. Кстати, на 8 марта классные подарочки можно здесь собрать. Термосы, смотрите, разные. От 300 рублей и выше. Ручки, в общем, канцелярии тоже очень и очень много. Вау, смотрите, сколько здесь разных ручек и карандашей. А вот, смотрите, что это такое. Корректор, такой необычный корректор. 150 рублей с дракошкой. Точилочки разные, резинки для волос, ластики, авокадики. О, вот это вот я пропустила. Да, вот это все достаточно. Здесь смотрите, какая локация с мягкими такими штуками. Здесь смотрите, еще одна локация и де-факто магазин. А мы идем прямо вон туда, вот на улицу. Слушайте, сегодня взяла рюкзачок, который давно с собой не брала. И знаете, что я увидела? Он, оказывается, испортился у меня. Я вначале даже не заметила. Уже заметила, когда мы ехали в торговый центр, смотрю, такая, блин, думаю, что с этим делать? Попробовала оттереть салфетками, нифига не помогло. Может быть, что-то посоветуете? Ой, какое-нибудь средство хорошее. Сейчас покажу, в чем проблема. Вот, смотрите, видите, появились вот такие вот полоски. Вот они. Вот здесь вот пятно, вот здесь пятно. И, в принципе, оно, знаете, так вот по всему рюкзаку такие небольшие пятна пошли. Что это вообще такое? Непонятно. Кто, может быть, с этим сталкивался, напишите, как это можно оттереть. Видите, какие пятна? Здесь, короче, на самом деле-то особо ничего интересного и нет. Просто сделали вот такой вот мостик к этим вот домам. А так, по большому счету, тут ничего интересного нет. Идем обратно. Сравниваем 22-й, вот в этой руке у папы, а вот в красном чехле, да, мамин телефон. Какой у мамы? 10+. 10+. Ну, разница видна. Ну, да, у серии. Мамы более желтое все. А здесь такое прям, да, беленькое, ну, такое, да. Четко, конечно, разница. И двигается, мне кажется, на новом поплавнее. Да, здесь больше рывков. Такой, блин, дин-дин дергается. Мы, на самом деле, давно не были уже в Икее. Прям везде такие весенние интерьеры уже. Цветочки, сакура. Смотрите, какую я нашла фотозону. Специальная такая. Оп, чтобы сфоткать. Красиво. Так,
такая прям розовенькая комнатка. Диванчик розовый. Диван вот такой, 37 тысяч стоит. А мне кажется, неудобно стул. Удобно? А ну-ка, встань. Такой стульчик стоит 600. Деревянный. Думаем ванну вот такой вот, стеллаж поставить. Я совсем не думала, но кто предложил, я забыла. Ну, неплохая на самом деле идея, потому что у нас вся косметика на этом стоит. Да, у нас все на стиралке. У нас деревянные же такие полки висят. Короче, идея неплохая, потому что сюда на самом деле очень много влезет косметики. Прям раз, два, три, четыре, пять полок. И они такие достаточно глубокие, хорошие. И такой стеллаж стоит 2000. Ладно, мы сделали фоточку, где он лежит, этот стеллаж, на складе. Пока ходим по Икеа и думаем насчет него. Надо, не надо, и куда его можно прикрутить там. Мне как-то попадалось в ТикТоке, что в Икеа теперь нет карандашей обычных, вот простые карандаши, да? Нет. А вот я просто всегда вспоминала, не могла вспомнить, в Дыбенко есть мега? В ДБ. В нашей меге, короче, есть такие карандаши. Вот, оказывается, есть, пожалуйста, берите сколько хотите. Линейки. Ну, мы нисколько не хотим. Линейки, карандаши. Я когда была мелкая, я их обожала брать, эти карандаши, рисовала, пока выходили по Икее. Тебя в корзину сажали. Да, я брала вот такого плана листики здесь были. Ну, по-моему, другого плана. Ну, короче, такие листики были. И карандаши я рисовала, да. Все классно. А мама хочет есть, а мама хочет есть. А я есть не хочу. Вообще круто. Кстати, очень-очень-очень приятно лежит. Но на эту когда кровать реально только вот запрыгивает. Когда я вам говорила высокий матрас взять, вы говорили, фу, зачем? Нет, он очень приятный, он не супер мягкий. Вот где-то здесь должен быть органайзер, про который я вам говорю. Конечно, вообще классно, когда у тебя вот такие вот ящики в шкафу. И вот так вот выдвигается, и здесь вот все лежит. Это, конечно, вообще класс. Но нам некуда поставить такой шкаф пока. Поэтому нужно найти просто органайзер. Вообще классно, да, такие шкафы? Да. Так вот выдвигается. Здесь у тебя сумма... Нет, сумочки у меня в другом месте. Вот здесь вот у меня ремешки. Сумки так неудобно хранить. Смотрите, какие здесь елочки. Но мне кажется, Икея немножко опоздала. Или это, может быть, осталось еще с Нового года. Елочки с ароматами. А, сейчас, смотрите, они вообще по 200 рублей. Эти елочки были по 800. Ну, потому что сейчас уже, конечно, это не совсем актуально. Точнее, вообще не актуально. Такие елочки, это больше зимняя, новогодняя тема. Искусственные цветочки, много разных ваз. Зеленые, прозрачные, белые. Все на любой вкус и цвет, как говорится. И, конечно же, свечи, свечи. Но нам свечи в этот раз не нужны, у нас их много на самом деле. И зелененькие, и желтенькие разные, в общем, ароматы, и беленькие. В H&M сегодня вообще, ну я не знаю, сегодня, не сегодня, но это сейчас наверное, просто вообще очень хорошие скидки. Например, смотрите, такая вот черная шубенька. Шубенька, но она немножко это кривовастенькая, это вот. Ну такая вот 1500. Слушайте, вы не поверите. Я нашла платье, как давно хотела, искала. Да вообще рассылка бомбейная. 250 рублей, ребята, 250 рублей. Идем мерить, я и Лика пойдем на фотосессию. Здесь на самом деле много разных моделек. 1200 стоило, прям очень-очень приятно. Я такое хотела вначале заказать на Шейне, но как-то не могла найти модель. То цвет не то, то еще что-то. И пойдем прям вообще. И такой цвет необычный. В общем, решили померить. Смотрите, вот такая вот юбка вязаная. 350 рублей. Короче, реально цены просто вообще огонь. Но сейчас меряем платье вначале, а потом еще походим. Конечно, очень много яркой одежды, но это, смотрите, нас от Family мы поснимали вот эту вот коллекцию яркую. Так что смотрите. Короче, это вообще непонятно что. Это капец какой-то. Вначале думала вам не показывать, но потом решила, что в принципе ничего тут плохого нет, да? Я просто как в топике стою. И решила вам просто показать, чтобы вы понимали, про что я вам буду потом говорить. Вы видите просто, какое длинное? То есть это платье должно быть, по идее, вот так вот. По идее.
но оно так не стоит. Причем не только у меня, у мамы тоже самое, такая же фигня. Короче, идем дальше. Здесь, конечно, не вариант с этим платьем, потому что это купец вообще какой-то. Я вначале подумала, что это только у меня так, но нифига, потому что я сейчас посмотрела, у мамы, в принципе, то же самое, но у нее, конечно, повыше вот здесь вот, но зато у нее сзади, так же, как у меня, в принципе, вот здесь вот просто болтается. Ну, короче, скорее всего, именно потому что вот такой вот дефект у этого платья, оно столько и стоит, так что идем дальше. Пока мама меряет эску, кстати, на маме эска на самом деле смотрится достаточно хорошо. Эмка большевата, конечно. Мы с Миланой играем вот в такую вот игру. Зашли сейчас в Бершку, давайте посмотрим, что здесь есть интересненького. Ну что, первым делом касается в H&M, конечно, намного больше ярких вещей. Здесь такие базовые. Новая коллекция. Вы любите такие широкие брюки? Эти брючки стоят 2500. Еще есть в черном, вот в таком вот фиолетовом цвете. И в бежевом. Но они супер тоненькие, кстати. Да тут рубашечки такие зелененькие. Такая жилетка стоит 2600. Ой, вот это вот прям очень похоже на мое. Только у меня, конечно, подлиннее. А, нет, вообще другое. Так это вообще другое. Я вначале сзади так подумала, что это, знаете, на пуговицах тут. О, нет. Такие яркие цвета я не очень люблю. Давайте померим. Давай. Наверное, эска как раз. 4300 стоит. Давай мне подержи. Шибеечка с Шейн. Курточка короткая. Такая прям коротенькая. Ну, просто, может быть, скорее всего, не под эти джинсы. Я зеркало здесь не вижу. Я твое зеркало. Нет, ну здесь, скорее всего, больше они подойдут под более прямые джинсы. Да. А не под узкие. Бабушка посмотрит, скажет, что ты маску сняла? Тут никого рядом нет. Никого. Давай, Маша, блин. Никого. А где вешалка? А вот он. Да, а вот смотри, ботинки-то какие мощные. Не, ну этот еще 3000. Ладно. А вот эти посмотри. Ой, ну да, это вообще. Можно это, по башке надавать. Блин. Такие ботинки стоят. Грубые такие. Без цены. 3000. А мне нравятся вот такие какие-то топики, чтобы на одной стороне было открыто. Здесь уже испачкали все в тоналке. Ну, все как всегда. И такой топ стоит 1500. Что я с размерами прогадала. Здесь какой? Здесь 38, это что у нас на размер идет? Элька, наверное. 38 это М-ка. М-ка? Да. Они всегда такие большие. Но они тяжелые. Просто такие широкие такие. Снизу черные, здесь синие. И карманы черные. Карманы черные, 4300. Ой, я такие шорты заказала. Вот такие вот. Ну, мы потом покажем, когда они придут. Такие вот. Вообще, на самом деле, Саша, не поймут что-то. Юбка-шорты, скажем, да? Куда? ...28. Нормально. Нормально. Золотая молния, как будто уже поцарапаны. Ну, так мерят. Носочки-то видели какие? Стильные, лиловенькие. Ой, а я не влезла. Как? Это как? Нет, я вообще не влезла. Они что, так мало мерят? Они очень узкие. Ничего себе. Пойдем девятку возьмем.
Давай, постарайся. Как золушка, да? Ага. Нет, вот эти вот хорошо, да. Блин, они уже, смотри, все позатертые. Капец просто. Видите? А представляете, в них выйти вот просто погулять? А удобно? Ну, если честно, не очень. Они вот, вот здесь вот таких. В носу. Тебе подходит? Сюда, да, идеально вообще. По цвету подписались. Я когда надеваю каблуки, я всегда чувствую себя такой пипочкой. Такой каблук здоровенный. Выглядит, кстати, ничего так. Да, на самом деле ничего плохого сказать не могу. Стоит 4300. Ну, конечно. Но, конечно, после зимних в них не так комфортно. А еще, знаете, в чем здесь такой небольшой нюансик есть? Когда ты идешь, у тебя пятка как будто бы выпрыгивает. То есть мне по-хорошему в длину они хорошо, но в пятку как-то плохо сели они. Некомфортно прям, да? Да. А так по цвету, блин, класс. Мне кажется, и по стилю сюда они подходят. Да, да, да. Короче, я пока снимала, мама уже все сделала. Сделала. Смотрите, какие тапочки. Собачки. Сейчас такие тапочки стоят 429 рублей. Это мы зашли в Women's Secret. Включила другую частоту, потому что очень мигает все. Вот такие, смотрите, повязки, очень-очень приятные, по 229 рублей. Зашли сейчас в Sensei. Здесь, конечно, совсем другая цветовая гамма, более такие пастельные тона, цвета. Такая вот дутая курточка, 2200. Ну, лиловые, да, вот эти вот цвета совсем другие, зеленый другой совсем. Куртка такая стоит 2200. Джинсики голубенькие такие, прямого кроя, 1800. Вот и, кстати, прикольненько, 1500. Да. Цвет и цвет. Мне такие, кстати, качество. Цвета больше нравятся, чем супер ярко-зеленые. Вот эта вот кофточка мне тоже, да, понравилась. Так, такое вот драповое пальто 3000, розовое. Заехали еще по пути в Пятерочку, взяли вот такой вот какой-то новый батончик. Я такой еще не пробовала. Манго и кокос. Батончик глазированный, кокосовый с начинкой манго. В общем, сейчас попробуем, что это вообще такое, вкусно он или нет. Я говорю, надо было им еще меньше и тоньше его делать. Просто посмотрите, какой он тоненький, маленький батончичек. Ладно, сейчас попробуем. Слушайте, вкусно. Здесь получается кокосовая стружка и такой джем манго-маракуйя. Кстати, очень вкусно. Стоит сейчас 5-ки 29 рублей. Так, давайте быстренько вам покажу, что мы сегодня приобрели. Купили вот такие вот заколки-бантики бордового цвета. И в зеленом цвете сейчас просто вообще офигенная цена, 39 рублей. А если честно, они у нас вышли еще дешевле. Они у нас вышли по 27 рублей. Вы вообще представляете? И это еще не все. Еще мы купили вот такие вот резинки. Три резинки. Цена стоит 79 рублей, а вышли они у нас в итоге за 55 рублей. Сейчас вам покажу чек, иначе знаю, что не поверите.
Там просто была скидка 30% еще на все. Мы это даже не знали, потом, когда нам пробили, в общем, короче, вот это все нам вышло в 109 рублей, представляете? Вот, смотрите, 27 рублей две заколки для волос и 55 рублей заколки резинки, которые. Представляете вообще, какая выгодная покупочка? Здесь, короче, черная резинка, красная и зеленая, зеленый бантик и бордовый бантик. Класс. Ладно, все на этом. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.